Калаш. Девайс. Так, по диффузам-то есть. У Зипникса мы их видим. Алу попадает. Минус от девайса. Минус от Алу. Фейс Клан чемпионы StarLadder'а, StarSeries. Браво, браво, Фейс. 2-1 по картам на овертаймах. Жесть. Вот это финал. Вот это пот. Молодцы. Фейс Клан сотворили чудо. Отыграли два чемпионшип-поинта. Аплодисменты, в общем-то, друзья. Что тут сказать? Браво, Фейс. Чемпионы третьего сезона StarSeries в новом составе со второй попытки взяли LAN-финал. Аплодисменты также команде Astralis. Ребята обнялись в кругу, сказали друг другу, что все нормально. В следующий раз мы победим. И это тоже дорогого стоит. Игра была очень равной. На трех карт действительно оппоненты экстра-класса. Насколько же здорово Фейс поменяли атаку. На ходу перестроили свою игру. На ходу. Молодцы. Молодцы парни. Конечно же, расстроены Astralis. Но что поделать. Соперник был сегодня чуточку сильнее. Но опять же, Astralis показывает, насколько они круты. Фейс — чемпионы StarSeries третьего сезона. Браво, парни. Поздравляем Фейс. Поздравляем Нику и его новую команду. Овации. Кубок. Все как надо. Все молодцы. Просто браво, команда Фейс. Браво, Кио. Уставшие, но счастливые Фейс Клан. Чемпионы третьего сезона StarSeries. Astralis по-прежнему команда мирового уровня. Они по-прежнему на первом месте в мировом рейтинге. Но появляются мощные ребята, о которых все подозревали, о которых все говорили. Но вот они и доказали, что могут обыграть Фейс в финале. Astralis. Это ребята из Фейс. Фейс-чемпионы. Вот он, Робан, тренер команды. Долго они шли к этому. И, наконец-то, завоевали титул. У Керригана слезы, эмоции. Очень классно. Ну, теперь бы послушать зрителей, да? Можно музычку потише, наверное. Пусть поаплодируют чемпионам. Ну а где Фейс Клан? Фейс Клан, чемпионы! Браво, парни! Просто браво! Аплодисменты Astralis, друзья. Второе место StarSeries. Великолепная игра от датского коллектива. Как всегда, на высшем уровне эта команда. Ну, просто сегодня где-то чуть-чуть не доиграли. Где-то не повезло, где-то соперник был сильнее. И, ну, за это мы и любим Counter-Strike. За то, что он непредсказуем, за то, что он просто очень классный. Да.